Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Итак, у нас завтра с вами 16 июня, и это 7 лунные сутки. Грубо говоря, завтра день огня, обращение к стихии огня, и можно просить все, что угодно. Итак, смотрите, записываю для вас ритуал. Это впустить удачу в дом, обращение к силе огня. Но прежде чем начать, небольшая реклама. У меня завтра, как раз 16 числа, будет Таро онлайн эфир «Гадание на ваш вопрос». Уже идет предэфир, ссылочку я оставлю в первом комментарии. Кто хочет участвовать, переходите по ссылочке, ознакомьтесь с правилами и участвуйте. Итак, смотрите, что вам для этого ритуала надо. Во-первых, любое время дня, но главное, чтобы это были 7 лунные сутки. В июне это получается завтрашний день. Берете свечу желательно брать восковую. Если нет у вас восковой свечи, берете обычную любую свечу. Церковные свечи здесь не подойдут. Также вам понадобится порог вашей квартиры, но внутри квартиры, не снаружи, а внутри квартиры. И слова молитвы, они будут в первом комментарии, там же, где будет и ссылочка на эфир Таро онлайн. Итак, ритуал действует на всех членов семьи, поэтому в молитве называете имена всех, кто живет в вашем доме, от старшего к младшему. Установили свечу в подсвечник, либо на крышечку у порога вашего дома. Зажигаете ее строго спичками и читаете 7 раз слова молитвы. Когда читаете, ваш взор должен проходить сквозь огонь, поэтому перепишите на листок бумаги, поставьте вот так и читаете вслух. Прочитали, берете в правую руку и обходите свою квартиру по углам 3 раза по часовой стрелке. Балкон открытого типа вы пропускаете, все другие ваши домашние помещения вы заходите. Обошли 3 раза по часовой стрелке, вернулись обратно, поставили на то же место и даете свече догореть до конца. Как только свеча потухнет, остаток от воска вытаскиваете из подсвечника, либо из крышечки, заворачиваете в любую белую материю, можно в салфетку, и храните на 7 дней около вашего входа, то есть там, где вы делали. Можно на шкафчик, можно где-нибудь спрятать, но главное около двери. На 8-й день, только не забудьте, а то ритуал идет на смарку, выносите этот остаток к любому плодоносящему дереву, кладете к стволу дерева и засыпаете сахаром, либо там засыпаете конфетами, либо обливаете медом. Ну все, если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Молитва в первом комментарии, там же, где и ссылочка на Таро онлайн. Кстати, в Таро онлайн донатеры уже могут задавать вопросы до эфира. Все, всем удачи!